Вот, ну, естественно, завязали руки, ноги завязали. Вот, начали бить. Но у меня, получается, чуть-чуть как была борода. Я помню, как они мне говорили, ну вот он кадыровец, кадыровец, ну, чеченец. Я как понял, у них к чеченцам, ну, кадыровцам особое отношение. Вот. И начали, я уже помню, ну, по лицу, ну, ногами по лицу, по голове били. Вот. Дальше, когда уже мне по лицу с ноги дали, я помню, я вырубился, и в тот момент ничего не помню. Ну, угрозы были там, не знаю, там, повесим. Всякие угрозы были. Есть такие угрозы, ну, которые я не могу на камеру как бы говорить. Ну, были очень страшные. Вот. Ну, угрозы были гораздо такие, ну, опасные там. Они, помню, говорили, типа, их надо кастрировать. Да. Я помню, когда еще, ну, мы завязанные руки, ноги были, ну, как бы мы лежали. Там другие солдаты, ну, там один раненый был, я не знаю, они его пытали или что, ну, это, ну, как бы не видел, я помню, как он там кричал, орал, вот. Ну, а так они как, на камеру снимали там, подходили там на камеру, там кто-то, может, ногой, ну, ногами пинал, ушел, так ногами били тоже. Ну, по ребрам, вот, рассказывал, по ребрам, говорит, меня били, другому прикладом по голове.